О7! С вами Let's Play The Game, и это новый выпуск новостей. Эй, капсулер! Да-да, именно ты! Прямо сейчас подпишись на канал и поставь лайк. Помни, чем крупнее канал, тем чаще новости, и тем больше игроков в нашей любимой Еве. А значит, ниже цена за плекс. Прежде чем мы начнем, проверьте ссылку в описании. Наш внешний корреспондент сделал для вас обзор рынка. В сегодняшнем выпуске тебя ждет ребаланс на тестовом сервере. Silent Федерация осваивает суицид-кэмпы в лоу-секторах. Angel Cartel Republic – мощнейший китайский альянс. Пантеон решил настрелять 1 триллион исков в рамках войны с Южной коалицией. На кого в этот раз решили наехать Black Sky и No Please Stop? Ru – часть Quarius коалиции, ХХА и СС. Причины распада – Золотой Орды и Красная Машина. 22 апреля наши корреспонденты отчаянно ломанулись тестировать ребаланс. Удивительно, но выданных СП хватило далеко не всем до Т-10 уровня. Очень жаль. Пробежимся по впечатлениям. Теперь Т-10 корабли либо имба с их штурмовым режимом, либо усиленная версия своих предшественников. Второй домик получил плюс 5% урона от дронов за уровень спецнавыка. Армагеддон плюс 10%. Среди прочих, очень уж выделяется второй Скорпион со своими плюс 20% урона за уровень прокачки и дополнительным средним слотом. Построить фрейтер будет сложнее, чем Эйфелеву башню, но если сможете, а также прокачаете навыки, 1 миллиард вместительности трюмов вам обеспечен, а вот слотов для модулей у них нет. Командные корабли, в отличие от своих младших собратьев-хранителей, в ДПСе не потеряли. Бублю щитового хранителя чуть уменьшили процент резистов и раздули сигнатуру до размеров, сравните сами, плюс 5000% вместо 500. Всем групповым накачкам увеличили прожорливость реактора корабля. Теперь перед логистами встает выбор – капа или ларж накачка. А фрегатикам про мид накачку пора забыть. Хэви-дикторы получили дополнительный средний слот, но не бесплатно, отобрали один нижний. Ну и наконец-то понерфили скорость неписи. Помните, по результатам тестирования разрабы будут вносить дополнительные корректировки, так что не затягивайте с обратной связью. Silent Федерация, видимо, заскучала в нулях и активно ворвалась осваивать кемпы в лоу-секторах. Первый заход – 120 миллиардов исков за пару часов. А 11 апреля они устроили вечеринку и поджарили гусей на 30 миллиардов исков. Потеряли 7. Вот самые сочные киллы. Второй заход по кемпам тоже поражает. По мнению Федерации, эта активность хотя бы делает название секторов с низким уровнем безопасности приближенными к реальности. Как итог, многие пилоты уже смекнули и больше не летают по лоу-секторам на линкорах АФК. Капсулер, помни, линкор сейчас очень уязвим в лоу-секторах. Если ты не АФК, то успеешь прожать резисты и сможешь устоять, пока Конкорд делает свое дело с преступниками. Fly safe. У Angel Cartel Republic вовсю идет война против Генфеты Пантеон. Это та самая война, о которой мы вам рассказываем уже не первый месяц. Стоит отметить, что у картеля сейчас самый сильный флот нового Эдема в азиатский прайм-тайм. Они могут сформить более 400 пилотов. Но не такой сильный, как у других альянсов, которые преимущественно играют в евро и американских часовых поясах. Именно по этой причине больше всего под раздачу попадают союзники ACR, а именно Void, OG, Warp и Dune. Также ACR заявляют, что не хотят этой войны. Но несколько месяцев назад Генфет поставил свою цитадель в Фейта Болисе. Ребята с этим не согласны, ведь их союзники хотят вернуть данный регион или хотя бы превратить его в буферную зону для обеих сторон. ACR подчеркивают, что в настоящее время они не имеют территориальных претензий к регионам Изотерия, Парагон Соул и Период Бейзис. 10 апреля на Reddit появился топик о самоконтракте Пантеон Коалиции, целью которого было нанести урон Южной Коалиции на 1 триллион исков. За первые 9 часов урон составил 64 миллиарда исков. Далее последовал захват NPC-станки в системе CJ6MT. Это вторая система по значимости для Void, так как в ней пилоты часто формились на КТА, а значит, там их ПВП-корабли. Как сообщает Пантеон, UG Empire и Void подчеркивали, что хотят этой войны только ради контента. Пусть так. Но вышеперечисленные альянсы поддерживают ACR, который, по мнению Пантеон, ведет эту войну исключительно для того, чтобы положить
положить конец генфет и захватить их территории. Пантеон также предлагал ребятам выйти из этой войны, не требуя капитуляции или чего-либо взамен, но не срослось. 15 апреля около 2 часов ночи Пантеон и Генфет атаковали станцию ОГ в системе 5HSM-2. При поддержке войск цитадель устояла, однако флот защитников понес несоизмеримые с нападавшими потери. В пике Локал достигал 300 пилотов. Флот войск и ОГ был убит. Его основу составляли около 50 линкоров, а также крейсеры и линейные крейсеры. 20 же апреля пала цитадель Red Machine. В конечном итоге самоконтракт Пантеона был закрыт через 9 дней на отметке в 64% от поставленной цели. Это было спровоцировано войдами. На этой неделе они избрали какую-то тактику и решили ее придерживаться. Нет андока, нет ущерба. Результаты на экране. По информации от Pantheon, Void, UG и Warp решили сделать ребренд и назваться Content Coalition. Будем смотреть, что за этим последует. Black Sky и No Please Stop взорвали цитку Виги. Виги остались недовольны. Затем No и Sky продолжили веселье и сожгли, так сказать, еще пару деревень. Последняя их стычка была с китайскими пилотами из Хан. Бой был неравный – 70 No на 160 Хан. No развалили блоб, но цитку трогать не стали. Однако Хан такого милосердия не оценили и поспешили на отварпе забрать несколько зазевавшихся пилотов. Теперь Хан, как сообщает Ноу, ждет неделя террора и уроков хороших манер за такие выкрутасы. Ну а на этом пока не все, смотри дальше. К нам в редакцию попала информация, что еще через неделю Ноу задумала наехать на две крупные коалиции. Есть идеи, кто бы это мог быть? Пиши в комментариях и жди анонс. А теперь на связи ХХА, которые объединили свои силы с СС для усиления русскоязычного контента. Речь идет о Quarius Коалиции. Новое объединение насчитывает более 1000 пилотов, около 300 из них – флот быстрого реагирования. Об СС мы еще не рассказывали, а между прочим, они одни из первых поселенцев в регионе Quarius с момента запуска игры. А вот вам еще одна подсказка по политической географии. Коалиция Quarius совместно с коалицией Catch-22 составляет квазар-коалицию, которая в давнем союзе с Пантеон и Генфет. Третьего дня Red-машины прилетели в Quarius в составе около 30 пилотов и напали на цитадель местных жителей. Возможно, ими до сих пор движут старые обиды. Если вы помните наши первые выпуски, то понимаете, о чем речь. Своим нападением РМ спровоцировали ежедневные ромы со стороны ХХА на своей территории. В этой истории нас смущает только одно – ведь РМ также ставит своей целью объединение русскоязычных игроков. Ха-ха, РМ, ребята, может быть, вы уже как-нибудь договоритесь? Хотя дело ваше, а контент наш. Новость далеко не новая, однако официальные данные для СМИ были рассекречены совсем недавно. Так как же распалась Орда и что было дальше? Результатами выборов в исполнительный совет Орды оказались довольны не все. Очевидно, что на фоне военных поражений и предполагаемого ужесточения внутриальянсовых отношений произошел конфликт. Часть корпораций незамедлительно вышла из состава Орды. На фоне выхода была попытка консолидировать то, что осталось, но тщетно. Стоит отметить, что данный процесс проходил довольно мирно, без крови и стрельбы. И еще кое-что. У нас есть информация, что некоторые корпорации Альянса Red Machine подумывают сформировать собственный альянс Black Jack'ом, перейти в Пантеон коалицию и выступить в качестве русскоязычного крыла Gunswarm. Идея интересная, наблюдайте вместе с нами. Зел – это тот парень, который организовал ивент с убийством цитадели на Reddit. Из этого же поста мы знаем, что ребята покинули Орду в тот момент, когда начался ее распад. Затем они объединились с несколькими корпорациями, бывшими в ГХ, и провели ребренд. Новое название – Rage and Ruin. Далее они присоединились к альянсу Happy Bees и переехали в Дельф. Летая по космосу, я очень часто получаю приятные сообщения от вас. Спасибо за поддержку, это очень мотивирует делать новости. Но сегодняшний случай незаурядный. От лица Sky News я хочу передать привет маме Томе. Мама Тома, привет! А вам всем пока! Не забывайте присылать новости мне в Discord. Больше контента, богу контента!